citesc că-s el. Da, ce? Da, nu sunteți de acord că a zis ceva la televizor? Просто, да, я посмотрел это выступление, это просто страшно, это просто на нее уголовное дело, а она взяточница. А почему? Нет. А почему? Ее заставлял, пляшка заставлял? Значит, это она сейчас... Придашь, дети нос крест пленки для прокуратуры, так его облига. Это раз прокурор, сам тут все зимуя, ну? Пляшка заставлял. Да, да, тут я фетя, чего илегал, ну? Ну, я ну врея с вакой илегал, я ну врея с салакиди пикин, ты тут ну врея. Что факут, сау факут алцы. Ну, алцы в куда, потому что Давайте подумаем. Филатну врезал, когда на нынешний банк Карину Уголовное дело на нее завели через год после того, как она осудила Филата. А решение по Филату она подписала вместе со всеми. И через год, потому что ее поймали, и есть видео, как она вместе с Брынзой денет деньги. Ого. И это видео показали. Она, значит, сейчас она просто, чтобы как-то выйти, она уже начинает говорить. Героина кума, да. Жертву режима. Жертву, да. Но она, я очень надеюсь. Она говорила, что ее заставлял Плешка оправдать Цуцу. Она не хотела никак. Что с кем бат комплекту, тридцать восемь другой. Да. У нее принцип, что все должны сидеть. Я знаю одно дело, где она, значит, была в коллегии. Она написала особое мнение. Она нашла на человека две вещи. Значит, чем она обосновала так? У человека нашли 300 евро, которые не имеют отношения к делу. Ну вот у него деньги есть 300 евро. И другое. Он сказал фразу, чем больше бумаги, тем чище попа. И она посчитала, что это доказывает вину человека. Она правильно говорит, да, это шор надо стоять. А у нее принцип, мы посадим всю страну. И надо стоять строго. Ты иди там до доме. Зичко прочитать бене. Зичко прочитать бене, ждикатаря Лоуш, да? Я исполню, я читать бене. Ма Сандру. Ми говорим де декатория Оуш. Де Оуш. Да, язык ей били больше. Ела де Вилгат при дому Плешка, и он шла с дому Плешка с... Это она просто сейчас хочет выйти, на самом деле. Защищаешь его на Плешку, защищаешь его на Плешку, получается, как? Может, я не знаю, что там делал Плешка. Я не знаю просто. Я его не защищаю. Но я знаю, я уверен точно, что Оуш... хочет выйти, причем по этому делу, по которому я рассказывал, я даже дальше расскажу. Она была в коллегии, она написала особое мнение, но двое других судей посчитали, что надо человека оправдать. И оправдали человека, и большинством голосов человека оправдали. Дальше просто что было? Что это доказывает? Это доказывает то, что он уж просто без денег ничего не делает. Вот что это доказывает. Без денег она ничего не делала. По таким делам маленьким, может быть, да. По делам громким она вот таким... Ну, это не было... Тот же декатуарий. Просто, вот пример. А могут до цары трязелю кинуть. Конечно, не заступал оправдывать. Домника Маноли. Аша. Я просто исполнил. Я мотыник у Домника Маноли, что здесь три ангела, чтобы бацу юбкидов. Вот здесь досада, да, Юсюб генерал-прокурор, да, все генерал-прокурор. Я, фрадите, я мабуху, я в борьбе с тебе, я дал премию, да, скрыт до сары, пидем с прокурора. И мы, ты интерберни, я распут, чем пары били. И он у нас скрыт до сары, все генерал-прокурор, у нас все до сары, прокурор, и Домника Маноли, и Иван Малай, и Айсак Мусхани, и Георгиц Айсак Балан. Я хотел прокурор и лер дать премию. Дануски, лер дать премию, и я бухру, и мы требуем, что Георгиц куда, да ну трешки до сарпи дальше. А сама, а сама ну и фурма. Вот, нам интерес, спасибо. Ради чего? Мне секс прямо. Секс прямо. Лазал, секс прямо.